Ну, я понимаю, для вас они весьма, наверное, являются, наверное, важными фигурами, потому что вот меня по ним беспокоит регулярно. Это телеканал «Дождь», вот видите, ваше издание. Больше никто вот, ими как бы не обеспокоен в большей степени. Но это занимается, это не моя ответственность, это занимается Министерство здравоохранения. Поэтому ничем вам помочь здесь не могу.